На этом первый тайм заканчивается. Звучит свисток. Отдыхать мы сейчас с вами будем. А я пока напомню, что ведет ивановская команда со счетом 1-0 благодаря голу Евгения Лосева, забитому на 21-й минуте матча. Даже оставшись без двоих сильных игроков, дисквалифицированных на прошлой неделе, текстильщик одержал победу в гостевом матче с питерской командой «Русь». Автором единственного гола в ворота хозяев поля стал капитан красно-черных Евгений Лосев. Игра так и завершилась со счетом 0-1 в пользу текстильщика. Независимо от итогов других матчей тура, красно-черные удерживают лидерство в турнирной таблице.